электронным билетам готовы. В Нижнекамск привезли первые валидаторы. Считывающие устройства понадобятся через месяц, когда в крупных городах республики начнут действовать электронные социальные проездные. Всего в Нижнекамске будут работать 200 валидаторов. Обладателями карты стали уже более 1000 горожан. Их выдают в отделах соцзащиты. Там же объясняют, где и как можно пополнить пластик. Пока пассажиры ездят по обычным социальным проездным, электронный билет льготники начнут использовать с 1 апреля.